Так, Вовочка, рыбу давай мне на стол. Во, смотрите. Мы сами сейчас... Рыба пошла, а мы не можем выехать на рыбалку. Нам вот привезли, угостили. Вот такой мешочек. Наловили нам рыбы. Сейчас я ее буду разделывать. И это будет наша первая заготовочка, да, в этом году. Горбуша. Вот, зелененькая такая горбушка. Жабры вырезаем. Кто-то в одном из видео говорил, что головы ели с жабрами. Варила голову. Так, это печень. Давайте мне под икру что-нибудь. Там только немного будет, наверное. Ну, видишь, она какая мелкая. Так вот оставляем рыбу? Ну? С головой, с хвостом? Да. В этом году эта рыба рано пошла, да? Ну. Есть экземплярчики на западном, да, побережье, севернее. Она идет прям такая крупная, говорят. По 4. По 4 килограмма, представляете? А это интересно сколько? Может, завесим? Ну, весы же где-то были там. Давай целую. С кишками. Кишечка не надо. О, какой лопать. Какой он большой. Почти 2 кило, кило 950. Повыше, Вов. Покажи повыше, повыше, потихонечку так. Вот какая рыба. И экранчик сюда ближе. Еще и ближе, ближе, ближе. Прям, прям близко. Кило 960. Да, да. Почти 2 килограмма. Это только 2. А представляете? 4 килограмма вот такую рыбу. Вот такую рыбу. 4 килограмма. Это 2 килограмма. А бухма есть по 4 килограмма, да? Еще то больше. Это в 2 раза больше. Mm-hmm. Ничего себе, шпаки. Угу. Брат за ним. Вот самка. Тупая. Видите? Маленькая морда, да? Горбуша сейчас идет хорошо, но она ни на какую приманку не клюет, ни на тасманы, ни на поплавочную снасть. Были вчера на море, и мы ничего там не поймали. Так, все, почистили рыбу, я ее помыла,
Мы ее в пакеты убрали. Сейчас мы ее заложим в морозильный ларь. Так, еще последняя рыбка осталась. Вот рыба. Икру тоже помывать? Не лучше надо промыть ее, чтобы она меньше было грязи. Я не тебя в пресной воде же мыть. И что с ней будет? У нас твердо станет. Ну, твердо станет. Все, бог мой. Молодая икра, горбуши, мелкая. Сколько будем ждать? Минут 7. Угу. Хватит ей? Ну. Так, залили кипятком. Ну, не кипятком, а горячей водой. Хорошо от пленки отходит, да? Угу. Мелкая. Еще не дозрела. Так, мы ее посолили. Минут 7 подержали. Воду вскипятили. Икру заливали не сильным. Ну, как-то не крутым кипятком, а немножко подостывшим. Она у нас просолилась. Сейчас мы тут лишнее поубираем. Такие ошметочки. Чистенькая. По бутербродику и уберем ее. Даже укропчик принесла. Подожди. А, ты уже положил? Да. Мишка положил. Спасибо. Горбушова. Вкуснятина. Приятного аппетита. Вкусненько. Она хоть и мелкая, но нормально разделалась. Да? Да. А ты сразу испугался. Она мнется. Время второй час ночи, мы чай пьем. Все, так и оставили. Ну. Да, такой. Накрой сверху все. Все. Всем привет. Наступило утро. Все, икра. У нас все время лежало на материи. Ой, сейчас будем пить чай. Сейчас
будем чай пить. Хорошее утро сегодня. Вкусное.